сделан на глубине моря, был затонувший корабль. Донырнул до корабля и прочитал название? Ну да. 32 метра с первой попытки? Советская школа плавания. А я вас отстранил от соревнований. Я задержу дыхание на 4 минуты. Засекайте. Прям что не лечится. Джессика Райт, чемпионка. Рекорд мира 80 метров. There will only be one winner at the final. Jessica will announce 95 meters. I'll do 101. Я уперлась в стену. Нет никакой стены. Вы думаете, это мой предел? Иду и сделал свою жизнь. От страха нельзя сбежать. Но через него можно пройти. Тебе больше нырять нельзя. Забудь об этом. Да ни один живой человек это не выдержит. Я тебя очень прошу, но не надо. Там на конце троса не карточки с результатами. Там написано, что ты смог пройти через свой страх и свою боль. Там написано, чего ты стоишь на самом деле. Ни одна женщина в мире не ныряла на 100 метров. Ни одна. One Breath is a 2020 Russian sports drama film directed by Elena Hazanova about the unhappy